Итак, девочки мои, зашли мы по дороге в магазин косметики и парфюмерии «Визаж». Он работает уже давно-давно. Тазулечка постоянный клиент этого магазина. Я, кстати, замерзла, курточку надела сверху. Я вам так покажу понемножку, что есть. Вот здесь вот марка Сеслей представлена. В этом зале в основном парфюмерия. Парфюм. Смотрите, какая красота. Я, честно сказать, в этом во всем не очень-то разбираюсь. Ну, для тех, кто разбирается, наверное, будет интересно. Сейчас мантальки покажу. Это один из самых модных парфюмов в Дагестане, насколько я знаю. Зуля, это же самый модный, да, парфюм здесь, который? Уже нет. Уже нет? А ценовая категория? Это от 7 тысяч и выше. От 7 тысяч и выше. А сейчас какой модный? Или... Какой это? Вон там. Вон. Белый? А. Вот сюда выйдет, да. Так, вот здесь ценники я вам покажу. Ну, Мале классно. Это все этим тестеры. Можно пробовать, слушать запахи. У нас проблем с этим не бывает, честно скажу. Можешь заходить, любой парфюм на себе попробовать. Вот в Турции с этим проблема, там всегда пробники, тестеры бывают полупустые. Не полупустые, а именно пустые. Так, вот это сейчас в моде, да? Ну, конечно, у нас вот, что подороже, то и должно быть в моде. Хороший. Я брала. Очень стоит. Это фирма их? Да, Килиан. А название парфюма? Килиан. Ну, там дальше идет плохая девочка, там, вот, вот все остальное, ну. Все название. А, вот они. Боже. Я в этом вообще... Как говорится, мне что шло, что ехало вот это вот сейчас, вот этот запах. Честно тебе скажу. Ну, это все для ценителей парфюма, таких как вот Зюля. Она любит. Так, идем теперь... О, Шанельки. Моей маме Шанель здесь покупала, да? Слушай, как он пахнет. Она сегодня капельку сделала. Меня прям душил этот запах. Ну, он душит вообще. Шанель душит. Шанель это не моя. Я знаю, что я там купила, по какой-то тупости от своей. И меня... Он для взрослого человека. Здесь Dior марка представлена. Девочки, сколько лет работает магазин уже? Почти 20 лет работает. Так, идем в зал косметики. Тут народу побольше. Так, найди мне эту помаду. Сейчас, наконец-то, я куплю эту помаду, которую Зулечка мне подарила, и я, наконец-то, ее здесь приобрету. Ну, здесь уже и... Натура Сибирика шампуники, я вижу. Их хвалят, кстати. Лондон 04. Да. Давай. Вот кремики, которыми я пользуюсь. Они, кстати, недорогая серия вообще. Все для глаз. Но мне пока не нужно.
крабики. Зуля уже красится. Взяла ты эту помаду, да? Угу. Дай-ка себе людям покажу. Вот она, эта помада, которой я в поисках была. 04 Лондон. Сейчас она на мне. Ну, здесь не видно, но она такая красивого цвета. Так, идем дальше. Вот я еще люблю их помаду. Лореалевскую? Нет, Нуба. Нуба и еще дальше я хожу еще. Ну, у меня не было, я не знаю. Так, это у нас уже Maybelline. По-моему, у меня вот эта тушь, да. У меня вот эта тушь, я ее брала за сколько? За 30 лир, по-моему. Я сейчас не помню. Но цены чуть-чуть выше только лишь. Чуть-чуть отчего. В этом магазине у нас всегда полно народу. Наши девочки очень любят быть красивыми. Так, это что у нас, Vivienne Sabo? Я хочу контур нанести, который я обычно делаю. Так. У них такие недорогие помадки, что ли? Да, ничего себе цены. 259 рублей всего лишь. И здесь еще, видимо, это со скидкой. Да. Здесь постоянно, если у вас есть карточки, можете со скидками покупать. 233 рубля помады. Здесь вообще 185 блески. Блески, по-моему, очень даже красивые. Кстати, вот этот блеск мне нравится. Хотя не знаю. Так, что у нас тут? Здесь тоже много чего. Так, сейчас я посмотрю вот это вот то, что я пользуюсь. Гарниер. Так, и в Роше тоже здесь есть. Короче. Ну, здесь огромный магазин просто. Это уже вот третий зал. Ну, где Гарниерка? Ни Гарниерки, ни Зули. Ну, здесь рай для девочек, изобилие косметики. Здесь Мак. Наши девочки любят косметику марки Мак. Профессиональную косметику. Там Клиник. Здесь тоже и парфюм. Все в перемешечку. Это самый, по-моему, большой магазин парфюмерии и косметики у нас в Махачкале. Так. Дойдем поближе, немножко по ценам. Если я буду все вам цены показывать, то тут сутки не хватит на съемку. У меня был один крем и одна маска. Ничего не могу сказать. Мне что чистая линия, что это, никакой разницы не заметила. Но это моя особенность. Мне разницы не бывает, какой крем. Прямо же. Это мой первый парфюм, который мне дарил мой любимый человек. Да, хороший, легкий запах. Здесь у нас что? Make up forever.
Дольче Габбана. Ну, на этом я пока временно закончу снимать. Вот, кстати, название магазина. Так что, кто будет в Махачкале, обязательно заходите в этот магазинчик, потому что здесь огромный выбор, и вы точно найдете то, что вам нужно.